Вот ты можешь мне сказать, что ты хочешь сделать в жизни? О чем, так сказать, мечтаешь? У меня на даты память плохая. И не только на даты. Скажите, а почему вы решили стать педагогом? Дарвин тоже плохо начинал, а как кончил? Да ладно, ты не Дарвин. Дарвин не болтался с утра до вечера по улицам без дела. Я подыскала тебе место. Курьер в журнале «Вопросы познания». Папа, здесь какой-то сумасшедший мальчик утверждает, что привез тебе из редакции рукопись. Зови этого проходимца сюда. Я его третий час жду. Ага. Кстати, как ваше имя? Иван. Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. А ты смешной. Ты мне нравишься.